Всем привет, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня Isles of Adalar. Игра в раннем доступе, вдохновленная, созданная по образу подобию Скайрима, Моровинда и всему, чего только можно. Сейчас, тихо. Показалось. И значит, здесь у нас Скайрим. Кто играл, тот играл, кто не играл, тот я. Играем в Play, New Game. Возможно, не будет висеть, возможно, не будет ничего. Секс у нас есть. Да, мужика. Чё это? Ой, ёлки-палки. Вот это прикольно, это что-то из Звездных войнов, по-моему. Чё нет описания, ничего вообще нет. Ну, за горилла мы играть не будем, за вот этого тоже играть. Мы будем играть за мужика, ничего страшного. Играть мы будем за белого мужика с мордой, у него будет все хорошо, у него будет вот вот такие вот у него зеленые глаза. Eye Color 2 будет непонятно, пусть будет вот этот. Ты уходи давай, не моргай мне здесь. Фейс вариация есть, вот такая вот фейс вариация. Давай вот такую, вот такую. Где она у него тут? Да, вот это, наверное. Какая-то более гладкая, что ли. Это всю ерунду мы оставим. Волосы мы сделаем лысую. Правильно. Hair color. Оставим beard. И сделаем вот усики. Есть тут усики? Чтобы были только усики. Это что, у него двухъярусная борода, что ли? А можно покрутить тебя, нет, дружище? Не, а, во. На А и Д. Угу. Так, ладно, двухъярусную бороду мы делать не будем. Нам нужны усики. Только усики. Только. Вот они. Усики у нас будут черные-черные, чтобы прям. Ух, какие черные были усики. Beard тип color. Color. Ой. Черненький тоже должны быть черненький. Нет, сединой. Сединцой должны быть. Да, вот такие вот. Вообще отлично. Это у нас чё? Ой, ой. Point remaining. Оставим как есть. Нет, мы не оставим. Пиромансер, Рейнджер, Вориор, Электромансер, Кьюримансер, Арканист, Кнайт, Найт, это рыцарь, что ли? Электромансер. Мы будем электромансером. Классно у тебя, конечно. Посох торчит. Молодец, хорошо держишь. Говорить мы что будем? Не понял. Дебаты, джестер, эмпатия, десепшн, агрессия, чармы, хисториан, персепшн. Не знаю, что персепшн, но будет джестер. Думаю, что пойдет. Пойдет. Старт гейм. Early access campaign. Старт кампейн. Стартуем кампанию. Еда. Сейчас бы как она не крашнулась и... Вся пропала, ничего не понятно. Также компаньоны дают, ты можешь выбрать, как делать, все вырезать, но нет, это не будет вырезано. Это показано до конца. По крайней мере, веб. Вот, всего 2 минуты за. Ой, господи, будет хоть тут 20 FPS или не будет? Сеттинги давай поставим. Звуки мне. У меня прям звуки, они очень. Вот здесь вот так поставим. Музыки, волюм мы вот сюда поставим. Давай звуки вот сюда вот поставим, потому что, ну, они реально очень громкие. Не знаю, насколько будет слышно меня хорошо и сильно, но. О-хо-хо-хо-хо-хо. Хороша игра. Туториал. Используй вас для мува, shift для бега, tab для выбора режима ходьбы и движения. End conversation. У воды здесь, конечно, находится вообще адово, да? Ну нет, смотри, 60 FPS, они, знаешь, такие изменчивые, что капец. У меня сейчас прыгает от 40 до 60, прям только в путь. Ой, директор. Так ты можешь. Что-то рядом подошло, по-моему. Как ты пушишь forward into unknown terrain, Авкин
Swiftly Approach, Continue. He appears как бы, да, блин, непонятно ничего. Значит, ой, здорово. Это выглядит как моя группа Where and the Only, где только один моется. Вож. Я не знаю, как это переводится все. Rest assured, I mean, I harm. You know, harm, I know. I. Хрен его знает, что-то Accept. Адалар знает. Собрать, а, содержит много опасностей. Исслс, а, и а, мы фамильяр с этим местом. Нет, не хочу. I prefer to travel alone. Да, я хочу. Я хочу Элоном тыкнуть тебя, можно, нет? Ну-ну. Ну-ну. Ладно, ладно. Ходи со мной теперь. Будет он со мной ходить? Чего? Квест updated, stranded. Дружище, дружище, пойдем со мной. Возможно, фризит из-за того, что у меня максимум 60. Но я не думаю, если бы было... Максимум 60, то он бы, наверное, не... Ну, если бы он мог бы больше 60 выдавать, тогда бы он это... Меньше 60 бы не давал. Прыжки, конечно, здесь прям по физике сделаны. Хе-хе. Красота. Я что-то подобрал. Зачем это подобрал, непонятно. Я буду собирать все. А куда нам нужно идти, дружище? Нажми М. Я нажал на М, и все повисло. А, это то, куда мне нужно, или то, где я нахожусь сейчас? А, ты. Озер Плеерс это синенькие хреновинки. Озер Плеерс здесь не может быть, потому что я играю один. А куда мне нужно? Locate the Merchant. Непонятно, куда мне нужно идти. И... Ты видишь, вон там он ползает что-то? Я тоже это вижу. Быстро, как выносливость уходит. Палка вот эта торчащая, она меня даже уже не удивляет. Дружище. Мы должны probably keep moving and find others. Найти других мы должны. А где мы других найдем, если здесь никого нет вовсе? Мы будем ходить из... Ой, красота какая. Нет. Звук здесь, конечно, пространственный. Прям сказка, а не звук. Потому что я слышу его то справа. Вот он прям. Да где он? Постоянно в правом ухе он у меня ходит. Фризит не по-детски, конечно, да. Хотел я недавно поиграть в морав... Жесть. Поиграть не в Моровинд, а в Скайрим я хотел поиграть. Чё так фризит-то ужасно? Да, хорошая игра. И конкурс интересный. Я вижу зверушку какую-то. Я думаю, что ее можно грохнуть. Или она меня сейчас грохнет. Не понял, как драться-то? Ни хрена ты молодец, конечно. Эй, тихо. Дружище, а ты где там, который мне помогать должен? Кого бью? Чё делаю? Лут. Идите его колотить. Дефолт. Кан Гелардон инвентарь. Фур. Это у меня есть лампа, есть штаны, есть какие-то хреновины, есть зелья даже какие-то, смотри-ка. Это я возьму. А как мне назад?
Я, может быть, и хиден, но я хочу подобрать что-то с вон того зверя. А, вот он, вот он. Я же не зря их убивал, правильно? Так, ладненько, мы убили. А дальше-то чего? Ну-ка. Бляха, муха, ты чё меня пугаешь-то, блин? Я... Ой. Я чуть не обосрался. А как это оружие? Ой. Мы должны пробовали кипмувинг. Это я понял, что мы должны пробовали кип. Че там попиваешь-то? Че там попиваешь? Пойдем, дружище. Так, ты со мной не дерись. Ты спокойный зверь. Ладно, уберем и побежали. Пойдем. Куда мы пойдем сейчас? Куда нам нужно идти? Давай мы карту откроем еще раз. О, блин, ни хрена себе я кругаля дал. Наверное, нам нужно куда-то вот сюда. Налево давай пойдем, вот туда. Ты нахрена с ним дерешься-то? Ну ты, дружочек, такой тоже сам за себя постоять не можешь. Игра в чем заключается-то? Хоть в том, что я буду ходить и бить вот этих чуть-чуть чудаков? Я думаю, что это не очень прям классная игра. Я, конечно, понимаю, что это при это ранний доступ, но все-таки в конце концов травку можно было бы нарисовать побыстрее, а игру-то сделайте. То, что я нашел этого вот этого вот своего другана, который похож на обезьяну, это здорово. В этом никаких минусов нет, наверное. Кроме того, что он мешается. И звуки мне в правом ухе из-за... О! Локация Discovered Fast Travel Point. Туториал. Fast Travel Point используется для навигации по миру быстро. Однажды они discovered they will appear as white on the map. Отмечается белым на карте. В заданиях, в отчете для Discover быстрого путешествия отмечено, тебе необходимо идти не... Это. Не ясно, ни хрена. Ладно. А, то может нажать на М? А, Fast Travel Point. Это вот с правой стороны. Вот эта вот ебота называется Fast Travel Point. А, но мне Fast Travel не нужен. Мне нужно вон туда пойти и посмотреть, что же там на... О, домик какой-то. Корабли какие-то везде напиханы. Что это за праздник здесь такой был? М? О! Дружище, ты чё лежишь-то? Вставай. Так, нет. Оп, а, так, опа. Хельмет. Chest is lock. Press E, activate pin, escape cap. Блять, наебался. Да? Наебался. Мог бы вскрыть, а получилось вот так вот. Вот это интересно реализовано. Вот это мне... Ого, как много всего интересного. Что это такое? А, все, бери, елки-палки. Продать. А, продать. Угу, и что мы имеем? Так, давай вернемся назад и нажмем на... Нет, не на Tab, а нажмем на I. Inventory, да? Инвентарь. Чарактер у нас молодец, чарактер. Спелсы у нас... Спелсов никаких нет. А у нас есть лысый педофил, который бегает с мартышкой и пытается что-то в этом мире сделать. Эх, сейчас бы вот... Штаны, конечно, сказка. Знать бы, что на мне надето для начала. Наверное, вот это вот надето на мне, а остальное не надето. Не что-то, да? А как вниз-то листать? Лесер Fire Spellbook. Это я нашел. Ничего себе, спелсов нашел, смотри-ка. 30 секунд, что-то тык-тык-тык-тык.
А, не-не-не-не-не-не, в единичку. В двойку. В тройку. И в четверку. Что за игра, это вообще непонятно. Что здесь делать, тоже не ясно. Так, костерок горит. Графончик такой приемлемый, знаешь, но вообще висит он как будто тут прям все вообще, капец, какая классная игра. А, так, также материалы могут собраны объектами в любой момент. Ты можешь использовать для создания вещей и улучшения оружия и армора. Не понял, как. Хорош там попивать. Сидит и попивает, сидит и попивает. Тинт, квикшот, эквип, дроп. Спелс Чарактер Журнал. Чарактер, тут нормально все. Вот тут, может быть, где-то что-то, да, но... Опять же, у меня больше ничего полезного-то и нет вовсе. По карте мы находимся в том самом месте, где мы должны находиться. А, это я вот такой вот кругаля дал, да? Угу. Дерется кто-то рядом. Вон там. Да кто здесь дерется-то? Ни хрена себе я собрал. Ни хрена себе я собираю. Кто где дерется, я не понимаю. О, во, смотри-ка, вот, дерутся. Ну-ка. Там грибы какого-то мужика избивают. Сейчас, погоди, мы вот, вот так вот сделаем. Вот сюда вот нажму. И все. Вот так нажму, и будет вообще отлично. Ёптать, ёптать. Нан! Ты чё, псина? Я тебе сейчас как надаю. А почему это не работает? А, вот, вот поэтому. Ой, зачем я нажал? А что мы делаем вообще? Зачем мы бьем грибы? У меня, может быть, маны не хватает. Кто дерется вот тут? А, это они. Ну, ну. Ой. Я думал, ты уснул уже. А, мне нужно силы восстанавливать. Он это делает-то не просто так. Ну, ну. Понял? Это тебе не просто так вообще-то. Четверочку нажимай. Опа. И как будто так и надо. Ну, конечно, говно, конечно, это все, но все-таки. Ну-ка, кто мне? Да ты же умер, блин. Ну. Готово дело. Я вообще не понимаю, как она играется, эта игра, но типа... И где здесь кнопочка? Бурлик Мазвул Кап. Типа... Трейд. Наверное, трейд. Я не... Так, кто из вас кто? Таро. А я прикиате. Твой ассистент... О, начинающий. Наверное. Allow me to introduce myself. I'm no Darwin Guild. Ой, хорош. Ацепт. Все, квест update stranded. Квесты можно тут посмотреть где-нибудь, нет? Ну, там что-то светится. А, это типа быстрый доступ светится. А, что нам нужно сделать сейчас? Мы должны, типа, двигаться, чтобы найти остальных. Типа, по итогу я должен просто найти всех. Прикольно, очень интересная игра. Я думаю, сейчас мы закончим, добежим вон до тех вон этих грибочков и закончим, потому что это можно бесконечно бегать, мне кажется, здесь все-таки мир не достаточно не маленький, но делать здесь, так сказать, не особо много чего. То есть я квестов своих не вижу, я не вижу своих задач каких-то, я не вижу вообще здесь ничего полезного, то есть какого-то интересного.
захватывающая игра висит на 40 FPS. Ну, то есть она как бы, ну, плавно идет, но периодически она так подвисает, как будто бы что-то такое немыслимое происходит. Хотя, в принципе, игра достаточно элементарно проста по графике своей и по объемам. Она вполне себе, ну, маленькая. Она маленькая. Она совсем небольшая. Вон там дерутся. Да? Или нет? Мне показалось, как будто там дерутся, и там можно найти еще одного. Наверняка здесь же можно найти одного еще. Потому что, ну, где еще можно прятаться от меня? А, то есть вы агрессивные, да, падли? Звук здесь, конечно, только в правом ухе. Я не буду его спасать, он сам нарывается. Это глупо было бы его спасать в такой ситуации. Угу. Shoreline Ship Wreck. Не понимаю, что это значит, но будем думать, что это что-то очень важное и интересное. Ты отвянешь от меня или нет? Я буду кастовать все заклятия, которые знаю. Но быстрее все равно руками напиздюхать. Где он еще? Где? Вот. Все, где? Больше никого нет. Погнали, дойдем вот до сюда вот. До сюда вот. Просто уже 25 минут записываю и... Никакой ясности в этой игре нет. Ну, лично для меня, потому что... О! О! Кабанчики. А, туториал. Некоторые враги могут что-то там додж твои атаки, и... ты можешь что-то там... Ага, угу. Прикольно. Желатин и щетину эту взял. Я апнул уры. О, здорово. А ты чё, как я, что ли? Continue, continue, да, да. Это сколько я должен их собрать-то? Чудиков этих. А, я только что прокачал свой уровень. И вот что я могу сказать. Вот так, наверное, это будет правильно сделать. Да. Здоровье надо. Здоровье — это хорошо. А, давайте на этом закончим, потому что игра, я так понимаю, достаточно большая, хоть и на ранней версии. И здесь можно много что сделать, но оно настолько размыто, растянуто и объемно, что это не для 5 минут записи, не для 25 минут записи. В это играть можно бесконечно долго, и все равно не пройдешь. Это типа бесконечной игры, и просто, ну, посмотрели на игру в раннем доступе, и хорошо. В следующий раз, может быть, когда она выйдет там уже в более-менее приличном виде, тогда посмотрим на нее лучше. А пока, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.